Всем привет, друзья! Всем здравствуйте! Всем доброго времени суток! С вами Барат. Сегодня у нас видосик в Сампе, друзья, на моем сервере World of Trackers, мир дальнобойщиков. Да, друзья, я снова запустил этот сервак, потому что он мне нравится, потому что он нравится игрокам, и потому что я тут админ, друзья, и могу устраивать разные челленджи, разные приколы, разные МПшки. Поэтому, друзья, если вы хотите поиграть на моем сервере, залетайте к нам на сервак. IP-адрес сервака будет в описании под этим видео, также ссылочка на группу ВКонтакте. Лучше, друзья, конечно, на группу ВКонтакте залетайте, потому что там будет самый последний IP-адрес. Ну, бывает такое, что хостинг может поменяться. Все зависит, конечно, от количества игроков и так далее. Ну что, друзья, в этом видео мы вам покажем, в чем суть сервера. Давай-ка, друзья, по грузовикам сядем. Все за руль. Так, садимся на свой тягач, друзья. Это у нас Питербилд. Красавец, да? Вот 4 Питербилда, вчетвером поедем. Так, давай-ка, друзья, для начала мы возьмем рейс. Для этого нам нужно ввести команду Org и выбрать, собственно, наш рейс. Вот тут можно молоко из Павловска, там ферма. Можно, скажем, овощи в Любино поехать. Тоже интересно. Сахар можно взять, друзья. Но мы поедем, куда мы поедем, друзья? Мы поедем, может, в Москву поедем за морепродуктами. Это достаточно интересный рейс. Давайте примем его, и достаточно дорогой. Друзья, кстати говоря, тут у меня x2 на сервере, то есть на зарплаты. Зарплаты умножаются на 2. Также, если вы отвезете рейс полностью целым на 100%, то, друзья, то вы получите плюс 1 очко опыта к левлу. И это дополнительное очко опыта, помимо того, что вы получите за рейс. И плюс, друзья, премию в 25% от зарплаты рейса. Итак, друзья, на моем сервере можно создавать конвои. Давайте создадим конвой. Так, ведем команду конвой. Мы создали конвой. Да, создали. И давайте пригласим наших друзей. То есть можно поехать с друзьями, друзья. Вот так команду invite вводим. И начинаем приглашать. Так, первого приглашаем. Второго приглашаем. И третьего приглашаем. И можете, друзья, проехать со своими друзьями свободно. Как вы видите, они повступали ко мне в конвой. Можете проехать вместе. Это очень интересно, друзья, для тех, кто любит дальнобой. Так, ну что, поехали. Есть общий чат, друзья. Он доступен не сразу, он доступен с определенного левла. Ну, чтобы беспредела не было. Ну что, погнали. Первым у нас поедет Найк Котов. Так, я запускаю движок, друзья. Немножко назад дам. Пускай Купер проедет. И поехали за ним. Не забываем, друзья, использовать поворотники, использовать. Ну, в Сампе, друзья, вот такой баг с прицепами иногда бывает. Когда пинг большой, либо что-то типа такого. Ну, это Самп, друзья, это нормально. Для Сампа это нормально. И как вы видите, упереди, у тех, кто впереди, у них прицепы не лагают. Я маленько врезался, друзья. Прицеп впереди идущего. Это, конечно, плохо, но что уж тут поделаешь. И погнали, друзья. Погнали за грузом. Так, немножко отпустим его. Будем держать их на расстоянии одного грузовика. То есть будем соблюдать дистанцию, так сказать, между фурами, чтобы не поврезаться друг в друга. Давайте вырубим чат и поедем, друзья. Как мы видим, друзья, тут у нас дорожные работы, вот надо объехать. Кстати, у него груз летел. Ну что ж тут поделаешь, бывает и такое иногда. Мы его просто обгоняем, и парень поедет замыкающим тогда. Давайте догонять остальных. Едем мы все, друзья, от компании Los Santos. Там прицепы, кстати говоря, дешевые. Всего лишь 1000 рублей. Это очень мало за прицеп. Но первый прицеп, друзья, дается вам бесплатно, когда вы выполняете первый рейс. Так, не забываем про радиус, друзья. Мы же на фуре, а не на легковушке, правильно?
И залетаем вот так, красиво. Так, парень где? Ну, парень догонит, если что. Он маленько отстал. Мы сильно не гоняем, ждем его понемногу. Я думаю, он нас догонит. Тут главное, друзья, соблюдать дистанцию. Это очень важно. Особенно, когда у тебя полный груз. Иначе из-за какого-то косяка с пингом можно просто-напросто повредить себе груз, друзья. Так, мы приехали, друзья, тем временем в московский кемпинг. Тут нам налево. Не забываем про радиус. Я немножко зацепил, друзья, но это нормально. Ничего страшного в этом нет. Тут не забываем про радиус. Красиво заехал, да? Догоняет? Нет, парень нас не догоняет. Ну что уж тут поделаешь. У него косяк с машиной видно. Починит, догонит. Тут, друзья, у нас проблема. Как мы видим, друзья, мост обрушился, крушение тут было. Сейчас я покажу вам причину этого всего. Тут, короче, у нас кораблекрушение, как вы можете видеть. Танкер огромный врезался в мост. Вот до сих пор его отсюда не убрали. И сломал две полосы моста. Поэтому, друзья, тут маленько пришлось урезать дорогу, как вы видите. И теперь все едут по одной полосе. То есть одна полоса ведет вперед, другая навстречку. Тут нам направо, друзья. Поворачиваем в сторону Москвы. И тем временем мы приехали в город Москва. Тут уже город, друзья. В городе скорость ограничена в 60 км в час ограничение стоит. Попадетесь, друзья, вот на такой радар, вам выпишут штраф. И штраф будет стоить 3000 рублей. Если вы его не оплатите, вы, конечно, можете его не оплатить. Вот видите, у меня два штрафа есть, да? До 5 штрафов можно не оплачивать. Они слетать не будут, но при следующей попытке превысить скорость вы попадете в тюрьму, друзья. В тюрьму на 5 минут. Заезжаем мы в московский порт. Как мы видим, все уже загрузились. Осталось, чтобы я тоже загрузился. Давайте загрузимся. Подъезжаем на метку, друзья, жмем на H, даем сигнал и начинается загрузка. Ну что, друзья, загрузка закончена. Как мы видим, Купер нас догнал все-таки. У него до сих пор лагает маленько прицеп. Так, поехали, давай. Тоже развернусь, вот. Беларусь подцепил прицеп. Разворачиваемся, друзья, и погнали. Так, поехали, друзья. Отправляемся теперь на разгрузку. Красиво смотрится колонна сдалека, да, друзья? Так что, если хотите поиграть тут, не забывайте, друзья, ссылочка на группу ВКонтакте будет где-то рядом с видео, либо в описании, либо там на ВК рядом. Я IP-адрес сервера, друзья, в группе ВКонтакте. Вот так смешно, друзья, лагают прицепы в сампе. Это нормально, для сампа это нормально. Почему они лагают? Потому что в этих прицепах никто не стоит. То есть нет в них игроков. Поэтому они так и лагают, друзья. Если бы в прицепе был игрок, он бы так не лагал. Тут у нас круговое движение, друзья. На сервере, кстати, правостороннее движение. На сервере надо соблюдать ПДД. Не прям жестко, но так хотя бы элементарные правила, друзья. Чтобы не было беспредела. Чтобы все было чётенько и хорошо всем игрокам. Тем временем, друзья, мы приближаемся к городу Лас-Вентурас.
Тут у нас вот такой вот лежачий мент стоит. Проезжаем по нему. Сильно не разгоняемся, друзья, потому что тут у нас радар. Слева от нас имеется... Сейчас я вам покажу, друзья. Слева от нас компания. В этой компании можно брать рейсы по перевозке топлива. Лас-Вентурас, друзья, красивый город. Приятно ночью через него ехать. Либо вечерком, как сейчас, да? То есть солнце на закате, друзья. И в городе царит своя атмосфера. Ну что, друзья, давайте встанем на обочину. Подождем, пока наши друзья разгрузятся. Мешать не будем. Не будем ломать им груз. Да, это дадим им возможность разгрузиться нормально. Ну, а потом разгрузимся и мы. Кстати, друзья, на сервере есть голод и сытость. Поэтому надо иногда кушать и пить. У меня для этого в инвентаре имеется пища иногда. Вот использование. Так, есть аптечка, есть пачка чипсов. Мы съели пачку чипсов. Так, бутылка вина есть и напиток Red Bull. Не забывайте кушать, друзья. Это нужно делать. Вот видите, друзья, пачку чипсов съел. Давайте вам покажу. Выделю даже вот тут. И сытость у нас пополнилась. Так, давайте разгрузимся тоже. Даем сигнал воздушный, друзья, и пошла разгрузочка. Ну что, друзья, разгрузка закончилась. Мы получили свои бабки, мы получили, друзья, 39 тысяч рублей за рейс, 8500, это, друзья, 25% премия за целый груз, плюс 1 очко опыта, друзья, за то, что я принес целый груз, ну и плюс 2 очка опыта за сам рейс. Итого, друзья, мы неплохо заработали и неплохие очки заработали. Вводим команду Unhawk, друзья, давайте я... Вот так встану. И оставим прицеп тут. Вводим команду Unhawk. Сейчас я активирую чат. И скидываем прицеп. Ну и поехали, друзья. Ну что, друзья, грузовик свой мы припарковали. И пошли в бар. После такого рейса, друзья, можно и бухнуть маленько. Так, давайте, друзья, купим бутылку виски. Встанем вот тут, друзья, и выпьем. За вас. Ну, друзья, кому понравился сервак, залетайте к нам обязательно. Мы всегда вас ждем. Ссылочка на группу ВКонтакте и IP-адрес сервера будет где-то рядом с видео, либо под видео. Кому понравился видосик, не забываем поставить лайк. Кому нет, не забываем поставить дизлайк. Пишите, друзья, обязательно свое мнение в комментариях. Ну а тут мы с вами прощаемся. Всем удачи и добра. Всем пока.